Поклонники классики замерли в ожидании. Столица региона готовится принять первый арктический фестиваль «Дни высокой музыки». Он пройдет уже в сентябре. На сцене КДЦ выступят профессионалы мирового уровня. Фестиваль пройдет со 2 по 5 сентября и начнется большим гала-концертом. На сцене выступят такие мастера, как заслуженный артист страны Дмитрий Коган, солист Большого театра Максим Пастор, а также солистка Мариинского театра Лариса Юдина. Пообщаться с музыкантами лично поклонники смогут 3 сентября. В этот же день пройдет сольный концерт пианиста Алексея Курбатова. А 4 сентября состоится мастер-класс для учащихся детской школы искусств Наринмара и поселка Искателей. Завершится фестиваль 5 сентября сольным концертом Виктора Абрамяна. Это скрипач и преподаватель Государственной классической академии.